Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатислоник африканский. То есть я жирная, да? Причем здесь жирная, я сказала, слоник африканский, причем здесь большая слониха! Нет, ты просто слоник! Ладно, объясняй. Мы находимся там, где за вход всегда надо оплатить. Там, где студентам и пенсионерам всегда скидки, а детям вообще бесплатно. Это где? Там, где повсюду сахарная вата, и там, где тебя постоянно всегда бесплатно кормят. Ну, только если ты находишься в клетке. Это мы что, в зоопарке, что ли? Именно там. Не успели мы зайти в Майнкрафт в новой серии, как тот самый вот наш старый, приятный, большой знакомый. Именно он, Катя, тот, который живет всегда на небе. На сверху, крыше. На крышу, да. Бог Майнкрафта сказал нам то, что сегодня мы будем превращаться... Вот я не знаю, в кого мы сегодня будем превращаться. Бог Майнкрафта просто сказал то, что мы будем сидеть в клетке. Нас постоянно будут кормить. Слушай, ну неплохая перспектива. Дома у нас с тобой нет. Еды особо тоже нет. Нормально? Ну, кстати, да, в принципе, с одной стороны, неплохо, но в любом случае это остается загадкой, чем мы сегодня с Катей будем заниматься. Но как бы не важно. Не впервые мы в кого-то превращаемся, и, наверное, не в последний раз. Ой, ладно, короче, пошли. Мы больше с тобой не волшебники, колдовать нам не на чем, поэтому нужно идти искать еду. И кстати, что-то делать. Кстати, да, волшебные палочки же у нас в предыдущей серии забрали, когда мы были магами. Но, как говорится, Майнкрафт но на этом не заканчивается. Пошли, Катя! Наша жопа жаждет новых приключений. Да ладно тебе, все на самом деле прекрасно, все нормально, солнышко светит, все хорошо, ты жив-здоров, а там деревня виднеется. Утки крякают, кстати. Утки? Утка! Утка в Майнкрафте? Или это покрашенная краской курица, или это утка, она крякает, прислушайся. Ну-ка скажи, что это. Сказал. Офигеть просто. Из леса просто два крипера выбежали неожиданно. Минус утка, утки, короче. Пошли, утки пошли. Просто пофиг. Просто пофиг. Ладно, пойдем. Кать. А? Тебе кузнечик. Тебе... Чё-то мы, походу, реально в зоопарк попали. Страус! Страус! Матерь святая. Пошли! Опа! Там, кстати, деревня. Пошли в деревню. Наше спасение, я надеюсь. Подожди, мы увидели утку. Я себя как-то плохо чувствую очень. Я зебру вижу. О, подожди, я тебя вижу. Только стало как-то низко видеть. Здорово. Змея, Кать! Змея! Собачья! Где змея? Больше всего на этой планете я ненавижу змей. Боюсь их просто как смерти. Ядрить, кратить, там змея. В Майнкрафте не было никогда змей. Я тоже боюсь змей, но подожди меня, где она? В смысле, а ты где? Ну вот, я здесь. Привет. Где здесь? Да хвали меня, не меня! Это ты? В смысле? Это я. Подпрыгни, если это ты! Прыгающая змея. Ой, я вижу зад лошади снизу. Ты это видишь... Не очень. Хорошо, что ты только зад лошади снизу видишь, а не кое-что другое. Подожди, ты... Я змея? Серьёзно? А какая я змея? Надеюсь, я какая-нибудь красивая змея, не стрёмная? Цвета какашки, вот какая-то змея, в принципе, некрасивая. Не, конечно, я говорю как человек, который боится змей до посратушек на самом деле. Давай мы на время вот этой серии с тобой расстанемся, просто я не хочу со змеюкой встречаться, хорошо? Фу, как противно, слушай. А ты тогда почему ни в кого не превращаешься? Чё, ты только кара меня постигла, что ли? Пошли нафиг. Ну, в смысле, не нафиг пошли, а пошли в кузницу. Дрёная кочерышка! Три алмаза тут только что! Ну, конечно! А! Ещё пробег!
Ты тут... А я не умерла. Если мистера Крипера увидишь, откусай его вот этим ядом своим. Так. Мне непонятно, почему, когда я превратилась в змею, именно тогда ты находишь 3 алмаза. Ну, кстати, вот. Ну, стой. Ты, наверное, пукнула, когда умерла, потому что здесь очень много пара. Ты где? Ползет, посмотрите на нее. Ползет, змеюка, ползет. Вот. Стой! Вот я! Ты где? Перед тобой. Кать, сзади тебя, вот! Пошли. Ты че? Пошли. Так, учитывая то, что у меня есть 3 алмаза, мы с тобой... А почему у меня 6 сердечек стало? Ты козел. А ты курица! И что, сейчас обзываться будем по очереди? Ты настоящий козел. А ты настоящая курица. Я тебе говорю, еще раз будем обзывать друг друга? У тебя копыта и рога, козлина. Мать! Такими темпами мы с тобой расстанемся рано или поздно, если ты меня козлом будешь обзывать. Да ты вообще меня бросил из-за того, что я змея, и ты меня боишься, козел. Так вот оно чё. Да, вот твоя истинная сущность-то и вскрылась. Так же, как и твоя истинная сущность скрылась. Все, пошли. Эту деревню, в принципе, мы уже облутали. Пошли в другую куда-то мы, в сторону. Ты спер все алмазы, говорит, что мы облутали. Да, я все спер. Все, у меня есть 3 алмаза и у меня есть еще пистолет. Ты на меня бы лучше свои вот эти клыки не раскрывала, потому что пистолет у козла есть, а козел с пистолетом убийственная сила. Пошли. Тут твой сородич. Иди познакомься. Наверху, на горе. Кого? Какой сородич? Беги, тут твоя подружка или друг, я не знаю, второй козлина стоит, иди сюда, на гору. Во, видишь? Здорово! Как звать-то тебя, браток или братиха? Да, очень интересно. Слушай, а ты... О, я стала видеть лучше. На счет 1, 2, 3 разворачиваемся и убегаем с тобой. Она стала хищником, в любую секунду можешь нас сожрать. 1, 2, 3. Побежали к чертовой бабушке в ту сторону! Сюда, козлина, в эту сторону! Ты на себя так посмотри, кем ты вообще стала! На себя посмотри! Через воду, козлина, куда? Через воду! Да вы куда побежали, козлины? В смысле, козлины, мы куда побежали? Мы через воду побежали! Кать, ты лепардом, гепардом, леопардом, грифоном стала! Кем ты вообще стала? Чего? Ты пантерой стала. Какой панти... Ну, слушай, я погоду вот это зодиака в мире зодиаков... Тигр? Я, может... Что? Я сейчас сказала. Ты тигром стала. Ты это видела? Видел козлина, козел? Так, я боюсь воды. Я не хочу переплывать. Вернитесь, пожалуйста, обратно, козлы. Иди сюда, кисочка, мы тебя ждем на другой стороне. Давай. Я боюсь воды, я киса. Через воду, на 1, 2, 3, быстро, я тебя держу на мушке. А кто меня ударил-то сейчас? Козел тебя на мушке прицела держит. Через воду быстро переплывай. Боюсь. Ушки намочила, в ушки вода попала. Аккуратно. Если она лишний раз вот этот череп свою, пасть свою раскроет, убегай на все 4 стороны. Кать, ты нас кушать не будешь? Иди сожги, кстати, вот этого. Мистер Крипер! Защити нас от мистера Крипера, защити! Защити! Серьезно? А да. Я могу бить! Ну, наверное, можешь, давай! Ой, козел, прости, пожалуйста, второй. Ты. А кто из вас настоящий козел? Я настоящий, пошли. Все, давай, наша банда вот в эту сторону, пошли! А я хочу, чтобы зебра с нами пошла. Ну, зови тогда и зебру, мне кажется, мы со всеми животными сейчас уже будем разговаривать, учитывая то, что мы учимся их языку. Да, мистер Крипер, сколько можно? Вот, она побежала туда, мы давай сюда, в эту сторону побежим. Надо, кстати, искать место, где можно выжить. Я там вижу страуса вдалеке, я вдалеке. Кстати, я еще одну вот эту крепость вижу, данж или как он, песчаный вот этот. Сюда, по центре, козлы и тигры, давайте. У вас так мило хвостики дергаются. Просто описаться от умиления можно. Давай никто в этой серии писаться не будет, хорошо? Ну, давай, хорошо, договорились, в принципе. Так, аккуратно, Кать, пожалуйста, не допусти... Подожди, ты сейчас ничего не почувствовал. Ничего, ну бочина разве что заколола, это максимум, что я почувствовал. Так, давай. Господи, ты боже мой! Кого? Блин,
меня настолько широкий код, что не могу попасть в этот данж. Подожди, ты так... Ты такой... Да ёпарас, это пропустите. Ты такой миленький. Тимой. Козёл, тише. Ты посмотри на себя в зеркало. Ты такой утепусёнышек. Ты ракета. Ядрить меня в волосатые щёчки просто. Когда я успел енотом-то стать? Да прям на глазах у меня взял, превратился в черную пыль, а потом стал енотом. Я еще, конечно, офигела. Так, давай. Я что, так же превращалась? Да, ты так же превращалась. Сначала стала черной пылью, а потом... Блок чуть не упал на нажимную плиту. Я первый прыгаю, я первый. Кать, пожалуйста, в этот... Да, у меня же 4 сердечка, я забыл то, что я енот. Сейчас я спрыгну. Подвинься, подвинься, вот этот... Блохастая кошка! Сейчас, я спущусь, сейчас спущусь. Главное не прыгать с высоты, как я понял, и сломать вот эту плиту. Все, прекрасно! Так, золотое яблоко, алмазная бронька для лошадей. А есть алмазная бронька для енотов? Книга! О, сейчас я почищу свой инвентарь. Книга на силу 5. Нифига, кстати, нифига. Козел! Ты там охраняй нас, если криперов увидишь, ага, кричи. Или вот это, а что козлы делают? Мекают. Мекают, мекай. Так, 4 TNT, это ты выложила только что? Да, это я чищу свой инвентарь, потому что у меня помойка уже лютая там. Нифига себе, она выложила 64 пороха и горит то, что это помойка у нее в инвентаре. Кать, 64 да пороха мы... пригодится. Мы еще столько же насобираем скриперов, когда убьем их, поэтому ладно, нормально. Все, пошли, давай выбираемся. Козел, у тебя там все нормально сверху, нет? Выбираемся? Да. А у меня нет блоков. Ой. Я же говорил, увидишь крипера, мемекай. Хорошо? Так он, по-моему, мемекнул. Он мемекнул? Значит, я просто... Да. У меня ушки просто слишком маленькие, вот эти енотичные, поэтому я не слышал. Но всё. Он хотя бы выжил. Он хотя бы выжил, да. Все, выбираемся, киса, вот это наверх, давай. Подождите меня, козёл енот. Я надеюсь, что этот блохастый зоопарк реально когда-то вот это кончится. Ты там не рэпайся, змеюка вот это. Ты где, Кать? Я какая-то неповоротливая киса. Как мне вывести отсюда? Помогите, наверх. Пожалуйста. Наверх, все, мы тебя здесь с козлом уже ждем. Давай, выбирайся, ты где? Сейчас, подожди. Косточки похрустели что-то, ну ладно. Козел? Ты с козлом аккуратней. Ну, как бы, честно тебе скажу, ты недалеко от козла пошла. Ты олениха. Ты слышишь? Ты реально олениха, ты на себя посмотри. Я понимаю, что ты уже не козел, но олениха это уже перегиб. Какой перегиб? Ты на себя посмотри, ты в оленя превратилась. Кать! В оленя? Да, ты олень. Ну ёпрст, бог Майнкрафта, ну мог хотя бы, я не знаю, там кисульку какую-нибудь, я не знаю, единорога. Настоящий ядрёнок-очерыжка зоопарк в этой серии. Бог Майнкрафта! Спасибо большое! Ага. Ой, вот это приключенница, конечно. Я хочу на страуса поглядеть. Мне кажется, или я немножко вырос? Я стал даже выше, чем страус. Ты там меня укусила змея! Ну все, ты сейчас надо яд высосать! Козел, сосияд! Сосияд, козел! Надо вот это. Все, отпустила. Все, когда кусает змея, надо сосать яд. Ну, в смысле, высосать из раны. Вот. И это я фильмы просто научные смотрел. Че? Я от этого укуса змеи аж потерялась и не заметила, что ты стал слонярой. Хем! Прям слонопотапопотам. Ёшкины картошки. Мне кажется, только... Да уйди ты нафиг. Мне кажется, только в Майнкрафте из маленького енота можно превратиться в огромного слона с пистолетом в руках. А я маленький олененок, который может нечаянно попасть под твои копыта и задавиться. У меня не копыта, у меня ласты огромные. Алло! Бог Майнкрафта, ну сколько можно над нами уже издеваться? Вон на пути мишка гризли стоит, змеюка ползает, вторая змеюка в воде ползает. Да что же это такое творится-то? Слон! Здорово, Мишаня, здорово! Подожди, ты дружелюбный? Не-не-не, Мишу мы с собой не берем. А как? Пошли, давай подойдем. Нет, вот с этими... С тобой мы дружить не будем. Ты чё на Мишку опасть?
Мишку опять укусили. Сосать яд надо опять. Кто? Чья очередь? Ты, у тебя хобот. Я не буду, никакой яд. Мишка! Ты дружелюбный? Ты чё в пустыне забыл? Мишаня! Ты с нами не хочешь пойти? Не-не, Миша, не-не-не-не-не-не-не. Это плохая идея с нами идти, ну, с нами поведёшься. Как бы да, но хороших друзей нам не хватает. Поэтому если ты хочешь, пошли с нами. Козёл, Миша, слоняра и оленяра. Как бы прекрасная компания. Но у меня у одного есть пистолет, если что. У слона есть пистолет? Кать, ты больше не оленяра, ты кисуня. Я кисуля? Ты белая кисуля. Я кисуля. Бог Майнкрафта услышал меня. Услышал мои молитвы и просьбы, что я не хочу быть оленем или козлом каким-то. Я киска. Так, какого цвета? Какого цвета я киска? Ты беленькая, беленькая киска, и у тебя розовенький нос. Пошли, все, все за мной. Опа, я себе походу ту тёлочку нашел. Ну, в смысле, как сделай вид, что ты это не слышала. Я вот это, слоняру другую, огромную нашел. Здравствуйте. Может, это мужик-слон? Кстати, может, это и мужик-слон. Ладно, извините. Лисичка, лисичка. Опознался. Слушайте, ребята. Вообще, туса просто высший супер-класс. Все давайте здесь собираемся, все сюда, зоопарки. На собрание, на собрание. На собрание. Ёпрст, Миша, ну в кактус-то зачем впиливаться? Ну ёпрст, ты. Каким бы плохим не был бог Майнкрафта, но если бы не ты, жопочник в этой серии, мы бы не нашли вот таких прекрасных друзей, как Михуил Гризлиевич и Козлина Афанасьевич. Просто замечательные люди, животные, замечательные. Да, твоя девушка новая от тебя ушла вон. Да. Акула-сухопутка, она существует, я знала, акула-сухопутка. Она с нами дружит? Акула, ты к нам в банду хочешь присоединиться? Прыгни, да, если да. Акула-сухопутка, друзья. Акула-сухопутка, она реально существует. Акула-сухопутка! Пацан-тре! Мы захватим этот мир вот такой вот бандой. Все вперед! Акула-сухопутка!